Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория, и сегодня в видео я хочу вам более подробно рассказать о новинках 6-го каталога в линейке декоративной косметики Glam Team. У нас появляется новая серия для мейкапа, чтобы мейкап не таял на лице, чтобы держался дольше и был лучшим. Это средства премакияжа, которые подготовят кожу к нанесению косметики Glam Team. И эта серия называется Doe The Best. Надеюсь, не коверкаю название, правильно вам называю. Представлена будет серия в 6-м каталоге. Он будет действовать с 12 апреля. И подарок новичкам — серия Global Oxygen. Обращайте внимание, ссылка для бесплатной регистрации под моими видео. После регистрации с вами свяжусь и подробно вам расскажу, как получить этот подарок. Ну а теперь давайте знакомиться с линейкой Doe The Best. Представлены в 6-м каталоге не все средства, еще у нас будут в 7-м каталоге. Ну а те, что здесь есть, я заказала, протестировала. И сейчас хочу более подробно остановиться на каждом продукте. В видео о новинках я вам рассказала об этой серии. А теперь давайте мы с вами рассмотрим поближе, повертим в руках и посмотрим текстуру этих продуктов. Итак, я хочу вас познакомить с теми, что у нас вышли. Первое — это увлажняющая сыворотка праймер. Ее объем 30 миллилитров. Кстати, каждое средство приходит вот в такой вот коробочке. Вот так это все у нас выполнено в одном стиле. И что же у нас заявлено об этой сыворотке? Сыворотка прекрасно увлажняет кожу. В ее составе есть гиалуроновая кислота, которая будет удерживать влагу. Акваксил, тоже для удержания влаги специальный компонент. И пантовитин. Результат: глубоко и надолго увлажненная кожа, идеальная подготовка для нанесения макияжа. Увлажняющая сыворотка праймер мгновенно дарит свежесть, длительное увлажнение, выравнивает и разглаживает кожу, легкая гелевая текстура и быстро сохнет и не липнет. Но вы знаете, первые, наверное, минут 5-3 она все-таки немножечко липнет. То есть липкость на моей комбинированной коже ощущается. Конечно, так как эта сыворотка хорошо и глубоко увлажняет кожу, то особенно она подойдет для кожи сухой, склонной к сухости и нормальной. И для комбинированной кожи, в принципе, тоже можно ее использовать. Но на жару все-таки лучше, наверное, второй продукт более идеально подойдет. И можно ее использовать самостоятельно. После разнесения чувствуется небольшая упругость, небольшой такой вот как подтягивающий эффект кожи чуть-чуть я обнаружила. И вот увлажнение и немножко такой вот плотность изнутри кожа ощущается. В упаковке она, видите, вот такая немножко как бы вот идет как с такими вот перламутровыми частицами, но на самом деле на кожу она ложится водичкой прозрачной. Здесь пипетка, ограничитель, хороший объем 30 миллилитров. Вот так наносится сыворотка, она очень быстро разносится по коже. Но вот у нее, вы знаете, как, наверное, у нас в серии Weekend тоже там сыворотка поначалу чуть-чуть липнет, вот у этой примерно так же. Хорошо ложится тонально, хорошо связывается с этой сывороткой, и аромат похож на серию Global Oxygen, только такой более цветочный, слегка такими морскими нотками. Поначалу даже он ярковат, но он очень приятный. Даже немножко, вот сейчас я слышу какие-то вот и фруктовые нотки, но вот поначалу, вот, конечно, не критично, но вот небольшая такая деликатная липкость ощущается. Но чем хороша эта сыворотка, то что если у вас есть кожа сухая, есть какие-то шелушинки мелкие на коже, и тональный крем, допустим, ну не так ложится, как вам хочется, то она прекрасно сгладит шелушинки, неровности кожи, и тональная основа лучше ляжет, будет смотреться лучше на коже. Видите, даже вот такой немножко как бы вот чуть-чуть светоотражающий эффект есть, но шиммерных частиц мне нет абсолютно никаких. И вот я сейчас ощущаю вот такую какую-то вот плотность на руке, то есть уплотнее, как вот плотнее становится кожа на руке, и вот чувствуется вот это увлажнение. Далее второй продукт, который будет представлен в этой серии, здесь тоже хороший объем 30 миллилитров, и это
матирующий праймер для лица. Он выравнивает, матирует рельеф, убирает жирный блеск благодаря матирующей пудре в составе ультралегкая сенсорная текстура, мусса, нежно и мягко подготавливает кожу к нанесению макияжа. Здесь активные компоненты – это матирующая пудра, комплекс Ever Matte, уменьшает выработку кожного себума, длительно матирует кожу, устраняя жирный блеск. В результате бархатисто-гладкая кожа с матовым финишем. Но вы знаете, у меня немножко все-таки в Т-зоне кожа жирная, и я все-таки чуть-чуть припудриваю. В принципе, на щеках вот здесь, да, кожа бархатистая, очень приятная, очень хорошо ложится тональный крем, но вот на данный момент для моей комбинированной кожи, прямо для меня этот продукт очень понравился. Я вам уже говорила, что такие средства, наверное, каждый день все-таки, ну, не очень использовать целесообразно, но там уже, как говорится, каждый для себя решает сам. И вот данный продукт имеет очень приятный аромат. Здесь есть масло малины, которое смягчает кожу. И действительно аромат такой малиново-ванильный, очень приятный. Здесь, девчонки, мягкая туба, как у крема. Конечно, еще вот не разработан. Туго у меня снимается вот этот колпачок с дозатора. Да? Ну вот, я сняла дозатор и колпачок, и давайте покажу вам, как выглядит этот продукт. Он имеет розовый цвет, очень приятно наносится, вот такая скользящая, немножко как бы даже вот прохладная такая текстура, вот такой эффект. И он, конечно, похож на крем-блер, но крем-блер более такой бархатистый, более у него вот этот вот эффект блера ощущается, а здесь вот именно и как бы вот кремовый такой эффект, и прохладный, и немножечко как бы вот сглаживающий кожу, чуть-чуть матирующий кожу. Очень приятный. И аромат тонкий, ненавязчивый. В общем, я осталась очень довольна вот этим продуктом. Для моей комбинированной кожи прям подошел великолепно. Ну вот у меня уже вот первый праймер подсох. И вот уже он, ну вот если прям сильно, да, прикасаться, еще чуть-чуть липкость ощущается. Так, в принципе, уже не липнет. И когда нанесете тональный крем, то совсем это сойдет на нет. И хорошо у вас будет связывается вот с этой сывороткой тональный крем. Вот давайте посмотрим. Мы с вами, вот я нанесла пудру с матирующим, вернее, средство с матирующим эффектом, праймер, да, правильно назовем, и увлажняющий. Вот так они смотрятся. То есть вот здесь немножко матирующий эффект, но все равно вот такой, вы знаете, эффект вот бархатистой кожи, вот как будто вот после хорошего уходового крема. Прям вот очень гладко, очень приятная кожа, хорошо продукты потом и макияжа ложатся, действительно хорошо ложится и румяна, и хайлайтер поверх тонального крема. В принципе, я осталась довольна. Следующий, третий продукт в этой серии, это специальный праймер для коррекции пор. Мгновенно заполняет поры, уменьшает их видимость, разглаживает, матирует, делает кожу мягкой, нежной, создает эффект soft focus, то есть у нас как в крем-блер. Активный компонент здесь тоже матирующая пудра, которая выравнивает рельеф. Результат – невидимые поры и гладкая кожа. Действительно, неплохо матирует поры. Конечно, не 100%, но немножечко он их убирает. Здесь 15 миллилитров объем, уже вот такая туба, как у крема у нас, дозатор. Ну и давайте мы вот сюда, наверное, нанесем. Здесь у меня пока еще ничего нет, прям нанесу побольше, вам покажу. И здесь вот такой универсальный оттенок, который хорошо подстроится под любой тон кожи. Вот вы знаете, вот такой эффект, как будто вот тональный крем вместе с вот с уходовым кремом. Он хорошо разносится, но он немножечко такой скользковатый, чуть-чуть жирноватый поначалу, потом, когда впитывается, тоже этот эффект сходит на нет, но поначалу вот жирность есть. Поэтому, если кожа жирная, да, допустим, в Т-зоне, то поначалу будете ощущать вот такую небольшую жирность. Но вот поры, на самом деле, он тушует хорошо. То есть, они действительно становятся сглаженными, менее заметными. Эффект soft focus, и вот даже на пальчиках, видите, вот у меня вот рисунок, да, вот на пальцах рельеф кожи, он становится более сглаженным. Если вот посмотреть, вот так вот сравнить, то я думаю, вам видно, что действительно он неплохо тушует. Но вот для меня небольшой минус у этого продукта, то что он чуть-чуть такой вот жирноватый все-таки по своей текстуре. Но потом, ну вы знаете, если бы был сухой, то он бы, наверное, вот мог бы подчеркнуть поры. А так вот он вроде бы хорошо сглаживает и их незаметно становится.
И аромат тоже такой ванильный, деликатный, едва уловимый, очень приятный. И четвертый продукт в этой серии, который многие долго ждали, это у нас идет праймер для век. В этом продукте есть у нас активный компонент, это витамин Е, который оказывает антиоксидантный эффект и ухаживает за кожей век. Обеспечивает невероятную стойкость теням, они не скатываются и не тускнеют. Усиливает яркость теней, обеспечивает лучшую растушевку теней. Все действительно так и есть. Проверяла я на нашей палетке 5808. Там сатиновые тени ложатся чуть ярче. В течение всего дня не скатались полосочку, хорошо носились и стойкость теней, в принципе, продлилась. И действительно чуть ярче они наносятся. Здесь уже вот такая упаковка со спонжем, тоже здесь объем не очень большой, 4,5 миллилитра, но для век в принципе этого достаточно. Здесь имеется спонжик, и оттенок продукта тоже вот такой, видите, вот светло такой бежевый. Давайте сюда вот нанесу, покажу вам, как смотрится данный продукт. То есть вот так он наносится на веки. Вот этого количества вполне достаточно. То есть вот одного нанесения со спонжа наносите на века. И поначалу тоже, вы знаете, вот такая чуть-чуть как бы вот эта питательность ощущается. Но здесь витамин Е, вы ее и будете ощущать. А потом вот где-то проходит, наверное, тоже минут 3-5, он впитывается, и уже вот этот эффект такой скользкости, немножечко вот этого питания, он сходит на нет. Но действительно, на эту базу хорошо ложатся тени, они становятся ярче, особенно вот деликатные оттенки заметнее, хорошо тушуются. И вчера целый день я носила тени, и мне понравилась эта база, хорошо держится. У нее тоже такой вот аромат, как у этого продукта для тушевки пор, ненавязчивый, деликатный. И вот таким образом смотрится. В складочку века немножко попадает. Вот когда наносите, чуть-чуть совсем, но это не критично, прям совсем незначительная часть. Потом просто пальчиком вот так по складочке перед нанесением теней довыравниваете, и все. Ну вот уже, в принципе, подсохло. И я ощущаю вот бархатистость. Вы знаете, прям такой вот хороший, такой бархатистый эффект на коже. Ну, то же самое будете ощущать и на веках. То есть текстура легкая, невесомая. Поначалу чувствуется небольшой подпитывающий эффект, который потом сходит на нет. И хорошо наносятся тени на эту базу. В принципе, неплохо они на ней смотрятся, хорошо тушуются, хорошо носятся. Но еще вот у нас есть, например, корректор из серии First Class стойки. На него тоже очень хорошо ложатся тени, вот как, в принципе, и на эту базу. Но вот такая база, я думаю, что вот сейчас, особенно на лето, будет замечательная новиночка. И давайте мы с вами теперь посмотрим. Вот здесь у меня крем для тушевки пор, вот так смотрится. Это сыворотка, это у меня крем с матирующим эффектом, и вот здесь вот база. Ну, я вот вам назвала, что, конечно, для сухой кожи лучше вот это, для комбинированной лучше вот это. Ну, а для тушевки пор, наверное, для всех, и база тоже для всех. И ждем следующие новинки. Теперь говорю пока. С вами была Виктория. До свидания, до новых встреч на канале.